Ведь согласись, что февраль такой месяц непростой, когда зимние силы на исходе, и тут раз вдруг день рождения Боба Марли настает. Да, да. Пишут нам: только что включил, и бог мой, какие легендарные люди у вас сегодня. Мега спасибо. А я напомню, кто только что включил, не очень понял. У нас Joy Division, Герберт Моралес, у нас Дмитрий Гайдук, Растаманские сказки, и мы отмечаем, начинаем отмечать день месячник рождения Боба Марли. Продолжим, ребят, предлагаю. Аквариум мистику. Поем сначала, да, немножко? Ну, дык. Мы тут по-живому работаем. И это нормально. Прекрасно. Здесь очень хорошая атмосфера. Я очень хорошо эту студию знаю. Много лет здесь бываю. И могу сказать, что атмосфера здесь не меняется, несмотря на то, что бывают и года какие-то меняются, сложнее бывает. Там, по сравнению с 12-м, например. Ну да, да, да. Вот. Но здесь атмосфера очень позитивная, очень добрая, очень хорошая. И мне нравится то, что здесь хорошо поется, играется. Спасибо, спасибо, дорогой. Ну, не зря же каждое утро шаманы здесь ходят с бубенцами и развеивают новости. Раз, два, раз, два. Пула-пула-пула-пула, как варю мистика. Аквариум, мистика, мистика, аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум. Мне трогать небеса рукой строжайше запретил Господь, но преклоняться пред толпой тем более уволь. Мне трогать небеса рукой строжайше запретил Господь, но преклоняться пред толпой тем более уволь. Где Боб Марлей, как Бармалей, как Бармалей, здесь Боб Марлей. Где Боб Марлей, как Бармалей, как Бармалей, здесь Боб Марлей. Аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум, аквариум, мистика, мистика, аквариум. Уныние — ужасный путь, но где тот путь, куда свернуть? Молчит мой друг, молчит луна, а я пою до дна. Уныние — ужасный путь, но где тот путь, куда свернуть? Молчит мой друг, молчит луна, а я пою до дна. Где Боб Марлей, как Бармалей, как Бармалей, здесь Боб Марлей. Где Боб Марлей, как Бармалей, как Бармалей, здесь Боб Марлей. Thank you.
добрых традиций. Расскажи нам сказку, Дима Гайдук. Времени маловато, поэтому расскажу совсем короткую историю. Про японского самурая мастера Дзен. У него, значит, слуга афроамериканец с вот такими дредами. Растаман, естественно. Служит этого японцу и замечает за японцем странную вещь. У японца большой аквариум. И японец каждый день по полчаса перед этим аквариумом сидит и просто вот так вот смотрит. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Растаман спрашивает: сенсей, что это вы делаете? Сенсей говорит: волю тренирую. Вот видишь рыбки? Куда я смотрю? Туда они плывут. Потому что моя воля сильнее, чем воля рыбок. Растаман это до уст намотал и тоже стал тренироваться. Однажды он потихоньку от сенсея тренировался. И вот однажды сенсей домой возвращается и застает такую картину. Сидит Растаман перед аквариумом, вот так вот таращится и делает вот так. Смотри, еще уложились. Еще 3 минуты осталось. Ну, на самом-то деле, рыбками взглядом управлять невозможно. А хитрый японский сенсей просто Растамана дурачил. Он на самом деле глазами за рыбками водил. Но Растаман тоже оказался непросто. Непросто. Он эту тему разгадал. И учителя простебал. Учитель это понял и назначил его своим оруженосцем. А потом Растаман, понятное дело, в люди выбился. И положил начало династии растаманских самураев в Японии. Да это уже совсем другая история. Замечательно. Как интересно, друзья, сказки звучат в разных районах, населенных пунктах планеты Земля. Я ее слышал в Волгограде, и там главными героями были милиционер участковый и интеллигент-профессор. И выставка аквариумных рыб. Я думаю, что это еще раз подтверждает то, что мир огромный и мир маленький. Мир прекрасен. Джарастафарай. Джарастафарай. А как мы вошли в ритм, да? Все вошли за полчаса. Я боюсь, что сложно выйти будет. Да. Гера Моралес, Джадвижен, Дмитрий Гайдук. Качают, пишут нам наши слушатели. Для того все и придумано.